Привет, друзья! Мы сегодня будем смотреть песню «Белая ночь». Я ее услышала буквально недавно. Мне моя ученица пришла и сказала: «Валь, хочу играть эту песню. Нигде не могу найти ноты. Как вообще ее играть?» Я полезла в интернет и стала искать вообще, как она звучит. И она настолько запала мне в душу, что я целый день ходила тара-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-ра. И я подумала, что слушай, Валь, нужно действительно ее сыграть на фортепиано, записать разбор, чтобы, так сказать, выполнить кармическое задание. Потому что действительно песня очень хорошая. И вот. Будем наслаждаться и ее играть. Значит, сыграю я вам простым способом, но по ходу буду показывать, как можно ее усложнить, если для вас это будет слишком просто. Если вы начинающий и вот такой, знаете, средний уровень, то я думаю, вы сможете сыграть ее на фортепиано, потому что я буду стараться максимально понятно объяснять и показывать. Так, ну что, состоит она из вступления, куплета и припева. Будем смотреть. Играю сначала целиком, потом будем разбирать каждой рукой отдельно. И в конце, когда вы сыграли, можно еще раз повторить. Что я сразу не сообразила. Ну ладно, это уже потом. Итак, смотрим вступление с вами. Вступление. Будем играть аккордом. Значит, какие у нас вообще основные аккорды? Значит, основной аккорд — это ми минор, ре мажор и до мажор. До мажор, си минор и ми минор, но вот он такой во втором обращении. То есть аккорд имеет несколько обращений. Вот его начальная структура. Если мы эту нотку перенесем на октаву выше, это будет первое обращение. И если мы нижнюю ноту перенесем на октаву вверх, это будет второе обращение. То есть мы как бы будем играть вот этот вот аккорд. До-до-до, ми минор. Значит так, в правой руке еще раз. Вот, что делает левая рука? Она идет сначала с правой рукой ми. Ре, до, ля, ля, си, ми. И соединяем две руки вместе. И это повторяется второй раз. Слышите, да, там будет длинные и короткие. Итак, это у нас вступление. Переходим к куплету. Так, я не знаю, играть в мелодию, да? Давайте сыграем мелодию. И она повторяется. Thank you.
паттерн, он еще повторится. То есть вот эта вот маленькая фразочка, она 4 раза повторяется. Прекрасно, прекрасно. Какие у нас в левой руке аккорды? Ми минор, ре мажор, до мажор, и ре мажор. И вот. И наш цикл закончится. Очень удобно, да? Поиграйте несколько раз, чтобы у вас так пальчики привыкли к этому. К этим аккордам. Ну что, пробуем соединить двумя руками. Смотрите, тут вы можете нажимать аккорд один раз. Один раз. Давайте я вам покажу, как один раз можно нажимать. Так, надо вырезать. Нет? Ладно, идем дальше. То есть вы нажали один раз аккорд, и вы его как бы держите, но если для вас будет звучать слишком пусто, вы можете этот аккорд нажимать еще раз, то есть пульсировать. Захочется. Можете пульсировать медленно, можете побыстрее. Можно еще быстрее, наверное. Нет, слишком. Нет, это уже не подходит. Значит, смотрите, тут есть место, где левая и справа делят нотку. Ничего страшного, просто уступите правой руке место. Такое бывает вполне хорошо. Но вы можете, кстати, вы можете начать здесь. Вот, но для меня, мне нравится больше в этой октаве играть. Я не знаю, если вам подходит вот эта вот октава, играйте вверху. Ничего здесь такого страшного нет. Либо левую руку вниз. Очень приятный вариант, поэтому я останавливаюсь тут. Итак, и это мы повторяем 4 раза, да, вот эту вот фразочку. Хорошо, посмотрели, переходим к перепеву. Смотрите, тот вступление, которое мы играли. Мы эти же аккорды и как бы разбиваем, играем. Чуть изменением. Вот. Левая рука идет по тем же самым нотам. А нет, не по тем же самым, насчитаем. Значит, что тут такого интересного? Кстати, если вам сложно играть октавой, играйте одной ноткой, будет вот. Sorry. Так, вот так вот будет. То есть играйте по одной нотке. Значит так, к чему хотела сказать? О том, что у нас левая рука как будто бы опаздывает. Давайте медленно сыграем. И тут она догнала вместе. Снова опаздывает. То есть, как бы правая, левая, правая, левая. То есть, это такая маленькая синкопа, перенос сильной доли, как бы, смещения акцентов. И у нас получится так. Вот, это такой, как бы, быстрый темп.
Ставьте на паузу, работайте, смотрите, как можно сыграть. Что еще хотела сказать о том, что вы можете усложнить, если для вас этот вариант был прост. Как припев. То есть вы можете сыграть левую руку, бас-аккорд, бас-аккорд. Все вот эти вот нотки, то есть через одно. Как еще можно сыграть? Нет, так тоже не подойдет. Хорошо, играете бас-аккорд, если вам захочется усложнить. Вот, но это уже такой с плюсиком. И в конце снова заключение, как вступление. Вот такой разборчик получился. Значит так, если вы хотите научиться играть ноты с листа и аккорды, и вообще играть абсолютно любую песню, которая вам нравится, записывайтесь ко мне на занятия. Мы, собственно, этим и занимаемся, что учим ноты, смотрим, как это все лучше сыграть. Потому что, конечно, вы можете учиться сами, но все равно, когда есть какая-то система, что зачем, почему такой аккорд соль минор, почему диез, почему бемоль, почему пунктир, это намного понятнее становится, и вы уже начинаете музыку знать изнутри. Поэтому вот такой бонус с занятиями с преподавателями. Записывайтесь ко мне на уроки, либо в Телеграме, либо в Инстаграм. Ну, можете поставить лайк этому видео, мне будет очень приятно о том, что не только мне нравится эта песня, но и вы поддерживаете меня в этих увлечениях, и вам это видео было полезно. Ну, а мы встретимся с вами в следующих видео, поэтому до встречи!